уважаемые москвичи и гости нашего города. В течение 8 дней десантники 11 стран боролись за звание лучших в своем деле. И сегодня мы собрались, чтобы поздравить команды и участницы с завершением международного конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проводимого в рамках 6-х международных армейских игр 2020 года, и по итогам соревнований наградить лучших из них. На плацу команда Алжирской Народной Демократической Республики. Возглавляет команду капитан Шабира Саиф-Иддин. Поприветствуем команду! На плацу команда Королевства Камбоджа. Во главе команды старший прапорщик Хлей Самрик. На плацу команда Республики Беларусь. Возглавляет команду командир взвода старший лейтенант Иванов Вадим Евгеньевич. Ваши аплодисменты команде Республики Беларусь. На плац приглашается команда Российской Федерации. Командует взводом старший лейтенант Кутахин Антон Игоревич. Поприветствуем команду Российской Федерации. На плац приглашается команда Республики Судан. Старший командой лейтенант Эль-Хали Абдаллах Эль-Хали Ахмед. Ваши аплодисменты команде Республики Судан. Начинаем церемонию награждения с номинаций, учрежденных командующим воздушно-десантными войсками России генерал-полковником Сердюковым Андреем Николаевичем. Для награждения в номинации «Мастер гонки» приглашается экипаж 3-го отделения команды Российской Федерации. Для награждения в номинации «Лучшие в профессии» приглашаются наводчик-оператор сержант Косенький Василий Сергеевич, команда Российской Федерации. Номинации, учрежденных губернатором Псковской области. Награждению призеров и победителя конкурса «Десантный взвод 2020 года». Товарищи офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты, уважаемые участники и гости конкурса. Международный конкурс по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проводимого в рамках 6-х международных армейских игр 2020 года, завершен. В течение 8 дней на Псковской земле участники соревнований доказывали, что они лучшие, проявив высокое мастерство и полевую выучку. Приятно отметить, что люди с оружием в руках на грозной боевой технике встречаются здесь как друзья. Не сомневаюсь, что сегодня вы с улыбкой пожмете друг другу руки и порадуетесь совместным успехом. Уверен, что такие состязания – это лучший способ укреплять доверие между вооруженными силами наших стран. От имени министра обороны Российской Федерации и от себя лично выражаю всем участникам соревнований благодарность за честную спортивную борьбу и командный дух. Желаю всем крепкого десантного здоровья, благополучия и новых успехов в службе. До новых встреч на конкурсе «Десантный взвод» в рамках международных армейских игр 2021 года. Международный конкурс по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод» 2020 года объявляю закрытым.